еще одно чудо. Сохо уже теперь. Посмотрите, какая машина замечательная. Наверное, очень богатый человек. Говорят же, это к деньгам, когда машину обкакали. Какой-то прям это, Уоррен Баффет. Он тоже на старых машинах ездит. Смотри, он уже с ней на такой ездит, если стекло очищено. А, да, точно, точно. Представляете, он на ней ездит. То есть реально, она не может туда встать, потому что здесь бы его оттололи. То есть он ездит на этой машине. Посмотри, такой кухня Барби. Это необычно. А сколько стоит? Excuse me? How much is this? 30. Oh, that one's 150. Ну, недорого, слушай, а? Оригинальный. Может, купим? 150, ну так это же вещь. Это он сам и делает, похоже, понимаешь? Он это... То есть он сам ставит их. Собака у него в машине. Партнер. Слушай, гениальная идея. Ну, не как бы не дорого, я считаю, знаешь, это курят. Такого нигде не найдешь точно. Ну, вон, смотри еще. Ира, вот, смотри. Ира, вот что надо. Ну что, берем?